Всем привет! С вами Макс, и это канал Амунап. Сегодня мы поговорим о том, как же написать хороший сценарий для любой пьесы или рассказа. Нужно сделать всего три вещи. Понять, где ваш герой сейчас, куда он должен прийти, и сделать промежуточный момент, который усложнит жизнь героя, сделая ваш рассказ намного интереснее. В первом акте мы показываем, как герой живет, кто он вообще такой, что он делает. Во втором же акте мы вводим проблему, вводим какой-то негативный фактор, который повлияет на среду обитания героя таким образом, что ему придется что-то делать. Забыл сказать, что в первом акте дополнительно мы вводим цель, которую хочет достичь наш герой. Ему придется применить действия, которые помогут все-таки сделать его цель более доступной. И здесь у него открывается два пути. Он идет плохим путем и быстрее достигает цели. Либо он идет правильным путем, и наш рассказ заканчивается. В третьем акте наш герой попадает в передрягу. Мы показываем, как ему удается решить ее. По итогу у нас есть три акта и отличный рассказ. Попробуйте воспользоваться. Это поможет вам сделать классный рассказ. Еще есть суть. Если вы садитесь писать рассказ, напишите это три пункта, разбейте эти пункты на дополнительные подзадачи, и каждую подзадачу распишите так, как будто вы пишете книгу, и тогда у вас все получится. Если вы не хотите пропускать мой материал, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Всем пока, с вами был Макс, до новых встреч!